Макс, слушай, что Ярослава, это было на дня, да, или сегодня? Сегодня исполняется 7 лет, да? Уже все 9 новички занимаешься, главное, чтобы среди весны занимался. Тихо, тихо, все. А мы сегодня за него клип сделали, тихо. Это я вырежу. Я прошу просто фонарь, потому что все лица по мне. Ты фонарь включила? Нет, поэтому я еще... Так, может быть, нет, включились? Нет. А, Максим пошел? Все равно вырежу. Ты снимай, главное, один кадр. Один, ладно? Да, да. Все. Отлично, смотрим. Ярик, и что мы хотим пожелать? Давай. Здоровья. Чтоб хорошо занимался. Отлично, давай. Успеха и хороших тренировок. Давай, будем. Ярик, я тебе желаю хорошего учения в школе. Поехали. Ярик, я тебе желаю, чтобы у тебя всегда было... У тебя, чтобы было много друзей, у тебя всегда было 5 в школе. Я хочу поздравить, чтобы ты хорошо учился на 5. Лишь необычного, такое придумайте. Давай, Мирон. Ярик, я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы ты учился в школе на 1. Эдгар? Я хочу, чтобы ты был сильным и всегда защищал своих родных и всегда поддерживал друзей. Вот, а лучшие поздравления попадут в итоговое видео. Да, давай. Рыванюка, клоун, давай. Ярик, я тебе желаю, чтобы ты рос здоровым и сильным. Ярик, я тебе желаю, чтобы ты всегда был сильным, чтобы ты никогда не плакал, чтобы ты занимался хорошо. Ярик, я тебе желаю, чтобы ты был сильным, здоровым и защищал девочек. О, и давай девочка сама говорит. Что, вот так, все, давай. Давай, давай. Ну, давай, сделай, давай, девочка. Давай, поехали. Ярик, поздравляю тебя с днем рождения, что ты слушался родителей, чтобы тебе купили большую машину, чтобы ты получил на 3. Okay. Ярик, поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья, счастья и всего хорошего, чтобы ты учился на 5. Ну, про патриотику кто-нибудь скажет или нет? Давай, Савельев. Я желаю, чтобы у тебя была сила воли, ты мог всегда за себя постоять и все время, чтобы ты защищался. Угу. Ярик, я тебе желаю, чтобы ты был, никогда не болел, был сильным и всегда здоровым. Максим? А ты постой. Давай, дядя Максим, давай. Ярик, я желаю тебе крепкого здоровья, чтобы ты всегда оставался послушным, никогда не баловал, слушался маму, помогал ей, естественно. Максим, мне кажется, ты просто собрал все и уже сам. Так, у меня просто стандартно, если что ты хочешь пожелать? И хорошего будущего. Хорошего будущего, молодец. Я хочу, чтобы ты был рос сильным, здоровым и учился на 1. Я тоже. Ладно, 3-4 поздравляем.